Всем привет! В данном видео мы поговорим про книгу «Как сделать сайт и начать зарабатывать». У меня в блоге есть небольшой обзор, мы к нему еще вернемся. Предлагаю начать с описания книги. Итак, книга подойдет для предпринимателей и для тех, кто хочет освоить новую профессию или начать зарабатывать на сайтах. Цель книги – объяснить максимально простым языком, как самому сделать сайт, интернет-магазин или форум с нуля без знаний в области веб-программирования. Получается, суть книги – заложить основу. Да? Ну, чтобы сложилось понимание, как работает домен, как работает хостинг, как решать вопросы с хостингом, да? Какие вопросы решаются с ним, да? Какие есть CMS и способы реализации сайта, как с ними работать и устанавливать, какой рекламой заниматься, да, и как зарабатывать на сайтах. То бишь, книга написана простым языком, без замудренных там терминов и тому подобное. Она написана простым языком, где закладывает понимание, чтобы у вас сложилась картина общая, то бишь, понимать, как это все работает. А потом уже дополнительно книги в моем блоге вы найдете пошаговую инструкцию и более 50 видеоуроков на YouTube. Также форум поддержку, где вы сможете задавать вопросы, если у вас что-то не получается. После прочтения книги вы будете понимать, в каком направлении вам дальше двигаться, какую рекламу использовать и как зарабатывать на сайте. Так вот, смотрите. Если книга, она, получается, закладывает фундамент и понимание, как все работает, да, то потом, после прочтения книги, ну, давайте для начала, поясню после прочтения книги, как дальше работать с материалом дополнительным, который не в книге находится, а у меня в блоге. Сначала поясню, давайте по содержанию пройдемся, чтобы понимать, что там в книге находится. Итак, первый блок, это получается глава первая и вторая, получается подглавы от 2.1 до 2.8, они будут вводная тема, объяснить, что такое домен, доменные зоны, как выбрать доменное имя, выбор доменной зоны, от чего зависит, да, тип сайтов, варианты реализации сайта, что такое хостинг, ну и заключение. В общем, такая база, где вы определитесь с доменами, с хостингом и поймете, каким способом будем реализовывать сайт. Далее, вторая тема, это хостинг и домен, уже более объясняет, как выбрать компанию, да, как проверить домен, как его купить, выбрать хостинг, да, тариф выбрать и как купить хостинг. Далее будут там дополнительные 4 подглавы, они будут про такие, как там, как связать хостинг с доменом, какие вопросы можно решить с хостингом, да, как там и тому подобное. То есть такие вспомогательные главы, которые помогут вам, которые вопросы могут возникать при работе с хостингом и доменом. Следующая глава, это про CMS. Там будет про какие есть CMS и на каких CMS, там, на какой CMS сделать интернет-магазин, да, там, на какой сайт, там, где коммерческие и бесплатные и так далее. Это вводная тема про систему управления контентом. Далее после этого будет блок про работу. Ну, тут будет объяснение, как работать установки, где берутся CMS, да, куда их устанавливать, как их устанавливать, про работу с хостингом, да, и CMS, да, создание базы данных, про то, как работает самим хостингом и происходит сама установка. Вот. После этого блога будет небольшой блок пояснения. Ну, пояснение по самой работе с сайтом. Да? Какие могут быть нюансы, там, какие модули, блоки. Ну, то бишь, чтобы вы понимали такие важные моменты, с которыми вы будете работать в самой уже админке сайта. После этого мы поговорим про автоматизацию. Ну, есть помимо ручной установки, есть автоматические установки, готовые решения, наполнение интернет-магазинов и так далее. Тут выведен отдельный блок, там мы уже обсудим автоматизацию, готовые решения и так далее. Ну и дополнительный блок, это будет уже говориться про то, что там можно работать, допустим, сначала на своем компьютере, не на хостинге, для чего делать копию сайта и зачем она вам нужна, если ее делать, да, рекомендации по работе с фриланс-биржей, по рекомендации с веб-агентствами и участниками, ну и про варианты заработка на сайты, варианты продвижения сайта и так далее. Уже такая заключающая глава, и которая расскажет, какие есть варианты в дальнейшем заработка и какие варианты есть продвижения сайта. Ну, потому что сайта кто-то будет создавать там личный блог там с целью заработка или информационный сайт, да, кто-то коммерческий тоже с целью заработка, кто-то форум или клуб, ну, такой. В общем, без разницы, какая площадка, но чтобы вы понимали, какие есть варианты заработка и продвижения. Ну и как
работает со всем этим. Ну, в общем, вот эти главы, они заложат базу и понимание, как все происходит и куда дальше идти. Уже когда перейти к практике, да, когда вы уже прочитали, поняли, как что происходит, вы уже определились там и какой домен вам надо, и какой хостинг, и как это все работает, да, выбрали CMS, ну, уже готовы, в общем-то, делать себе сайт. Тогда уже переходите в блог, в раздел обучения для веб-мастеров. Тут вот есть вот эта вот статья, как создать сайт самому. В чем смысл этой статьи? Она разбита полностью на блоки, и она уже показывает конкретику. Нажми сюда, зайди туда, сделай так. Да? Если будете спускаться, то смотрите, у каждого блога выведен отдельный урок. То бишь, если мы говорим там про работу, там, что такое домен, то идет отдельный блок, выведен отдельный урок, рассказывается про домен, про что такое домен, да, вот. И в каждом уроке есть видеоуроки. Вот. Видите, идет инструкция. Идут видеоуроки и варианты, там, как регистрация там, на Hosterby, как сделать регистрацию на Recru и так далее. Вот, тут отдельная тема со всеми уроками. То бишь, вот это основная статья, она же и инструкция, по которой вам надо будет уже идти и делать основные этапы, которые вам надо будут для создания сайта. Все уроки хранятся в этом разделе от этой статьи, но удобнее вам будет просто зайти в эту статью и идти по ней. В ней же все будут видеоуроки. Видеоуроки уже вставлены в каждый урок. Вот таким вот моментом, да? Вот вы идете, вот идет пояснение, дальше идет инструкция, ниже идут видеоуроки. И так в каждой статье. Если вам надо отдельные видеоуроки, то вы можете зайти там на YouTube и посмотреть в отдельности видеоуроки. Но рекомендую после прочтения книги идти в этот раздел. Вот. И уже по нему идти, смотреть все варианты. Тут идет отдельное оглавление. Вот оно, да. По нему идете, открываете каждый отдельный урок, читаете, смотрите инструкцию, заходите и делаете. Вам просто надо повторять. Вот. Если у вас возникают какие-то вопросы, открываете форум. Вот, открыли форум. Тут у вас все будет. То есть, если вопросы по созданию сайта, пишите сюда. Если по продвижению сюда, если по заработку сюда. Все. Поэтому, я думаю, понятно. То бишь, книга, она закладывает вам базу, понимание, как, какие варианты, как с чем работать и какие варианты существуют. После этого переходите в блог, открываете инструкцию и уже повторяете. И создаете себе сайт, да? А если какие-то возникают вопросы, задаете их в блоге. Если у вас уже есть это понимание, да, как работает хостинг, и вы хотите перейти на следующий уровень, вы можете не использовать книгу. Вы можете сразу открыть блог, открыть инструкцию и сделать себе сайт, да. Но это если у вас эти знания есть, да, то бишь как бы она не обязательна. Но если все-таки вы новичок в этой теме, то рекомендую начать с книги, потом перейти уже к блогу, к инструкции и уже повторять. Итак, книгу вы можете купить на Litres, да, тут вы можете в электронном формате, как вам удобно, выбрать формат ее купить. Если в печатном, то можете на myshop.ru, либо на ozon.ru, да, они продаются в печатном формате, а на Litres можете купить в электронном формате. В общем, мини-обзор по книге я заканчиваю. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ну, на этом все, в общем-то. Всем спасибо и пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и следите за новым видео, нажимайте на колокольчик. Все. Если вопросы, пишите в комментариях, на форуме или в блоге. В инструкции тоже есть блок комментариев, там тоже можете задавать вопросы. В общем, я всегда на связи. Всем пока.